Помогите, пожалуйста, как с долгами рассчитаться? Хочу быть индивидуальным предпринимателем и стать миллионером. Что? А, то есть 20-30 долларов откладываю, он имеет в виду, сохраняю. И пока накопил 100 долларов. Как и где я могу их хранить? Или как правильно использовать отложенные деньги? Удалить внимание для личной жизни и бизнесу одновременно у меня не получается. Силы и времени не хватает. И сейчас возникают мысли, что зачем делать бизнес? Зачем стремиться много зарабатывать, если не буду семейного счастья? Почему я представляю себе успешной, но одинокой? Я знаю, что неправильно рассуждаю, просто не знаю, что делать с этой информацией в голове. Вот уже второй год мой бизнес фруктов и овощей в банкротстве. Собираюсь продать любимый автомобиль. Приобрел и читаю вашу книгу «Стратегия мышления богатых и бедных», чтобы вы успокоились. Вы подсознательно ожидаете очень опасности. Поэтому опасность гарантированно приходит к вам. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Саймон Давлатов. Спасибо, что смотрите нашу рубрику «Вопросы Давлатову». Ставьте лайк под нашим рубриком, рекомендуйте своим знакомым, друзьям нашу рубрику. Задавайте актуальные вопросы, я всегда отвечаю. Нажимайте кнопку, где еще написано под рубрику, чтобы посмотреть график ближайших тренингов, чтобы увидеть, где продаются книги и ближайшее место, где вы можете приобрести книги. Часто в рубрику в комментариях люди нам пишут, где купить книги, когда проходит тренинг и так далее. Вы все ответы получите там. Хочу ответить на несколько вопросов. Здравствуйте, Сайнур Раджавич, меня тревожит мой долг в размере 10 тысяч долларов. Немного о себе. Мне сейчас 52 года. Раньше работала технологом швейного производства на зарплату. Дети в садик ходили. Я работала. Дома занималась с клиентами, заказывали мужские брюки, подростковые, детские. Муж не работал, был в второй группе инвалидов. Как мы женились, через 10 лет расстались. Дети остались со мной. Мы сейчас в Беларуси живем на рынке, торгуем сухофруктами, приправами. Только начался наш бизнес. Я так боюсь о другом долге. Помогите, пожалуйста, как с долгами рассчитаться? Хочу быть индивидуальным предпринимателем и стать миллионером. Дорогая моя, я не знаю, как вас зовут, рекомендую вам делать и так. От ежемесячной прибыли, которую вы зарабатываете, 20% своего прибыла по чуть-чуть отдавайте долг. Вы должны начинать отдавать долг. Если вы начнете отдавать долг, ваши способности зарабатывать десятикратно еще быстрее становятся. Так что начните отдавать долг. Чем быстрее даете, тем вам ваши дела лучше пойдет и вам хорошо. Просто стабильно от вашего дохода сейчас по 20% отдайте. Неважно, сколько вы зарабатываете, мало или много и так далее, все равно 20% отдавайте долг. Когда вы начнете 20% отдавать долги, ваш доход растет автоматом. Вы увидите этого. Это означает, что сделайте так, чтобы не вы возвращали долги, а система возвращала долг. Когда это происходит? Когда вы не будете думать о долги, а система заботится о том, чтобы вернуть долг. То есть вы наладите систему, изучайте мою книгу «Я и деньги один, я и деньги два», чтобы понимать, как побыстрее модель счета по управлению семейным бюджетом наладить, чтобы система возвращала долги. Одну из элементов системы я вам сказал. Просто стабильно 20% отдайте долги от своего прибыля. Здравствуйте, Сайнур Раджавич. Мне 21 лет, у меня несколько месяцев назад была операция на глаз. Пересадка роговицы. Мне нельзя напрягать глаза сильно на глянице и поднимать груз до 5 кг. Это правило я должен соблюдать до августа месяца 2019 года. Я студент, учусь в России. Как родители отправляют мне деньги на проживание, я сразу же покупаю 20-30 долларов и сохраняю их. Сразу же покупаю, то есть, наверное, продукты питания покупать. И так я накопил пока, что, то есть 20-30 долларов откладываю, он имеет в виду, сохраняю. И пока накопил 100 долларов. Как и где я могу их хранить, или как правильно использовать отложенные деньги. Я понимаю, что с таким здоровьем у меня не получится работать и заниматься бизнесом. У меня есть опыт работы на сетевом маркетинге. Заранее спасибо за ваш ответ. Дорогой мой, продолжай накопить, просто продолжай накопить терпеливо, Аллах даст, скоро ты выздоровеешь,
И тогда у тебя появится возможность что-то делать. Продолжай просто накопить. В дальний момент пока для тебя просто надо накопить. Накопи, пока накопил $100, продолжай накопить $1000. Ставь перед собой цель накопить 1000. Когда 1000 накопишь, у тебя уверенность больше, возможность чуть больше по сравнению с $100. Здравствуй, Санур Раджавич. Меня зовут Алтинай, мне 22 года, я с города Астани. С 15 лет живу самостоятельно, с 17 лет начала работать в Стевом, потом в собственном бизнесе. Хочу стать успешным бизнесменом, но боюсь, что в этом случае пострадает моя личная жизнь. Для меня важно заниматься саморазвитием, своим духовным и материальным ростом. Все отношения заканчивались по инициативе парня, и это тоже болезненно пережила. Что мне делать? Дальше развивать свой бизнес или остановиться и хоть как-то постараться наладить свою личную жизнь? Удалить внимание для личной жизни и бизнесу одновременно у меня не получается. Силы и времени не хватает. И сейчас возникают мысли, что зачем делать бизнес? Зачем стремиться много зарабатывать, если не будет семейного счастья? Почему я представляю себе успешной, но одинокой? Я знаю, что неправильно рассуждаю, просто не знаю, что делать с этой информацией в голове. Я вас понял, Алтинай. Спасибо, что задаете нам вопросы. Я думаю, что это очень важный вопрос. Дорогие мои, всегда людям кажется, что любовь и богатство несовместимы. Большинство людей мыслят по отдельности. Они думают, что вот либо карьера строишь, либо семью строишь. На самом деле это не так. Я миллионер, у меня прекрасная семья, прекрасное здоровье, дети. И духовный человек я. Если вы найдете мои книги, комплекс все мои книги, найдите, пожалуйста, и всю серию книги, например, приобретайте кейс, чтобы понимать. И вот этот кейс поможет вам все параметры вашей жизни развивать гармонично. Солнце мое, Алтинай, работай над собой, продолжай карьеру строить и продолжай стать мудрая девушка. Ты сама будешь притягивать нужных мужчин, которые будут служить тебе, которые будут любить тебя. Ты работай над собой, продолжай работать над своей уверенностью, продолжай работать над своим развитием своего бизнеса, продолжай работать над своей духовной и моральной ценностью. Мужчины обязательно заметят такую девушку. Поверь моим словам, выбери время для себя больше, работай над собой больше, чем над бизнесом и над чего-либо, и ты увидишь, в обязательном порядке появится ту мужчина, которая заметит тебя и который будет, можно сказать, любить тебя и делать тебя счастливыми. Хорошо? Но всегда помни, любовь и богатство, они всегда вместе, где любовь, богатство за ним всегда идет. Поэтому ты должна любить себя и работать над собой, потихонечку любовь появится, и постепенно и бизнес растет. Хорошо? Все эти вещи вместе, это похоже как мясо и кости. Мясо без кости не бывает, кости без мяса не бывает. Поэтому у многих людей такое бедное мышление, поэтому они представляют свою жизнь наоборот. Они говорят так. Либо семью создашь, карьера страдает, карьеру создашь, и семья страдает. Здравствуйте, Саин Раджавич. Мы с мужем собираем деньги на жилстройбанке в депозите. Собрали 1 миллион. Хотим квартиру купить или землю в Алмате. Но вот что меня беспокоит. Так как я считаю намаз и знаю, что про проценты и наказание за них это грех. Спросила у имама про это. Он сказал, найти другой выход. Я решила забрать эти деньги, но не знаю, где хранить, дома или в банке. Муж просит открыть просто счет на мое имя, в банке туда положить и дальше собирать капитал. Но банк просто так и не будет же хранить. Или же копить дальше деньги в депозите, но я боюсь. Может снять деньги, открыть малый бизнес. Я думала о платежных терминалах и костюме аниматоров купить и предлагать свои услуги. Как быть, что делать? Родные мои, смотрите. И да, проценты брать, проценты давать, это харам. Поэтому открывайте себе два возможности у вас. Первая возможность, вы можете открывать банковскую ячейку и деньги положить туда. И просто, когда вы банковские ячейки деньги положите, никакие проценты вы не берете, это вам ни на чудо не надо. Просто накопите деньги там. Это один вариант. Второй вариант, вы можете точно так же по-прежнему вот это жилстройбанк накопить деньги. Но проценты, которые они вам дадут, эти проценты возьмите, отдайте нуждающимся людям. Для вас это не будет никакой добро, никакой саваб, никакой, можно саваба не будет, но какой-то нуждающий человек, может быть, облегчает свою трудность и решает какую-то свою проблему. Можете так делать. Так что продолжайте накопить. Пока накопите, до тех пор, пока не накопится ту сумму, которая помогает вам потом приобрести жилье.
Здравствуйте, уважаемый Садмурат Раджабович, зовут меня Сабир, и мне 45 лет. До 2017 года занимался разными способами торговли фруктами, чтобы сбылись мечты. Мечты сбылись, построил дом, купил машину, приобрел земельный участок для создания сада и так далее. Начались проблемы со здоровьем, проблемы с бизнесом, которым я занимался. Вот уже второй год мой бизнес фруктов и овощей в банкротстве. Собираюсь продать любимый автомобиль. Приобрел и читаю вашу книгу «Стратегия мышления богатых и бедных». Смотрю на YouTube ваши выступления, но что-то не могу изменить свое мышление и зарабатывать. Давление, сердце. Доктора говорят, все из-за самовнушения. Решил заниматься другими делами. Идея есть, но не могу начинать. Не знаю, что со мной. Вы психолог. Скажите, пожалуйста, что делать? Дорогой мой, Сабир, я вас понимаю. Чтобы вы действительно пришли к нужный уровень, просто в данный момент у вас ваша внутренняя уверенность падал ниже того норма, которая у вас должна быть. Это похоже, как давление падал, как сахар и так далее. У вас уверенность падал ниже состояния, которое должно быть. Поэтому вы сейчас начинаете сильно переживать и начинаете нервничать сильно. На самом деле вы что должны делать? Что вы должны делать сейчас в данный момент? Найдите, пожалуйста, мою книгу «Стратегия мышления богатых и бедных», прочитайте его. Вы здесь написали, что вы уже читаете эту книгу. Делайте вторую вещь. Найдите диск, где я рассказываю о там, двухдневный тренинг «Стратегия мышления богатого и бедного человека». И в этом диске есть 54 категории мышления богатых и бедных людей. 54 категории. Найдите этот диск и начните изучать. Конспектируйте этот диск 7 раз. Рекомендую вам 7 раз конспектировать этот диск. Там 54 категории мышления богатых и бедных людей. Вам надо перевоспитать свое сознание, переобучать, чтобы паника покидала вас, чтобы вы успокоились. Вы подсознательно ожидаете очень опасности. Поэтому опасность гарантированно приходит к вам. Следующая вещь, что вы должны найти, найдите такой фильм есть. Фильм называется «Секрет». Найдите его и конспектируйте его точно так же 7 раз. Протяжение 2-3 месяца это все занимает ваше время, но за это время потихонечку ваше сознание перевоспитывается. Тогда вы начинаете понимать, что ваши мысли являются самой основой вашего успеха. Ваши мысли должны быть направлены на удачу, на результативность, на достижение цели, а не на того, что разрушает вас. Если вы свой мозг против себя настраиваете, конечно, он разрушает вас. Конечно, это приведет к большим страданиям. Соответственно, это приведет к много-многих проблем. Хорошо? Дорогой мой Сабир, делайте те советы, которые давал. Гарантированно у вас будут результаты. Дорогие друзья, ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым, друзьям. Задавайте актуальные вопросы, я с удовольствием отвечу. Рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым, друзьям, кто нуждается этим советом. Мы всегда ответим. Задавайте вопросы именно в почту, которую под это видео видите. Если не видно, нажимайте кнопку, которая еще написана. Тогда открывается почта, график тренингов и так далее. Именно на эту почту задавайте вопросы. К вашим услугам.